Ну ж был денек, сквозь дым летучий французы двинулись, как тучи, и все на наш редут. Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, все промелькнули перед нами, все побывали тут. Вам не видать таких сражений, носились знамена, как тени, в дыму огонь блестел, звучал булат, картечь визжала, рука бойцов колоть устала, и ядрам пролетать мешала гора кровавых тел. Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой. Земля тряслась, как наши груди, смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Вот смерклась, были все готовы за утро бой затеять новый и до конца стоять. Вот затрещали барабаны и отступили бусурманы. Тогда считать мы стали раны, товарищи, считать. Да, были люди в наше время, могучие, лихое племя, богатыри, не вы. Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля, когда б на то ни Божья воля, не отдали б Москвы.